17 августа в администрации муниципалитета прошло заседание административной комиссии. Перед рассмотрением основной повестки председатель комиссии Владимир Исаев рассказал жителям города, как связано соблюдение правил благоустройства с пожарной безопасностью. В городе остается потенциальный риск засух и высоких климатических температур, при которых увеличиваются риски возгорания сухой травы. Поэтому жители домов и руководители предприятий города должны контролировать высоту травы на принадлежащих им территориях. Актуальнее в преддверии осени встает вопрос о разведении костров. Убирая двор в период листопадов, нужно помнить, что огонь – не лучшее средство для наведения порядка. В соответствии с пунктом 5 статьи 43 правил благоустройства на территории Десногорска запрещается сжигание листвы, тары, производственных отходов, а также разведение костров, включая внутреннюю территорию предприятий, магазинов, частных домовладений, дворовых и внутридворовых территорий. Владимир Исаев обратил внимание граждан и организаций, что поддерживать в чистоте прилегающие и закрепленные за ними территории – их непосредственная обязанность. И в правилах благоустройства прописано наказание для тех, кто эту обязанность игнорирует. Нарушение настоящих правил влечет ответственность в виде административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 400 до 600 тысяч рублей. В основной части заседания было рассмотрено 20 протоколов о нарушении правил благоустройства. За парковку автомобиля на зеленых насаждениях 10 человек получили штрафы по 4 тысячи рублей. Еще одному нарушителю выписали максимальный штраф в размере 5 тысяч. По 8 протоколам дело было прекращено, рассмотрение одного отложено. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.